Подрыв автомобиля ОБСЕ не был несчастным случаем. Об этом заявил первый зам специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук. По его словам, оружие, вероятно, мину заложили намеренно. Напомню, автомобиль с наблюдателями миссии подорвался в прошлое воскресенье в районе села Пришиб на неподконтрольной Украине территории. Погиб гражданин США, еще двое граждане Германии и Чехии получили ранения.